Привет! Вы на канале Trusty, и в этом видео мы рассмотрим, как формируется цена на криптовалюты, почему монеты дорожают или дешевеют и что ждет биткоин в будущем. Недавнее падение биткоина заставило понервничать трейдеров и криптоинвесторов, и даже люди, не связанные с криптой, слышали о снижении ее цены. Но почему так происходит? Что влияет на курс криптовалют? На самом деле невозможно однозначно ответить на этот вопрос, он слишком комплексный, таких причин множество и действуют они во взаимосвязи. Итак, начнем с формирования цены. Конечно, на это влияет масса факторов, я выделяю такие основные факторы. Движение крупных кошельков в блокчейн, давление регулятора на определенных рынках, мировые новости и события, заявление лидеров мнений, интерес крупных компаний, халвинг и технический прогресс. Каждый из этих факторов может привести к резким скачкам курса крипты. Поэтому подробнее расскажу, почему курс монет растет или падает и как это может быть связано с указанными факторами. Крупные транзакции на кошельках могут оказывать влияние на рынок. Они происходят не так часто, но всегда становятся достоянием общественности. О них говорят все. Давление регулятора на определенных рынках. В мае-июне этого года Китай фактически запретил работу майнинговых ферм и ужесточил регулирование индустрии. По мнению специалистов, это могло негативно повлиять на цену биткоина. Она упала почти в два раза. В начале мая он стоил 57 тысяч долларов, а к середине июня опустился до отметки в 30 тысяч долларов. Влияние мировых событий. Как отмечают аналитики, начало пандемии, кризиса и падение курса доллара весной 2020 года могли оказать влияние на курс главной криптовалюты. Считается, что биткоин стал рассматриваться инвесторами как альтернатива для своих вложений. Однозначной позиции по этому вопросу нет, но если посмотреть на ситуацию в ретроспективе, то цифры поражают. Только вдумайтесь, чуть больше года назад, в начале марта 2020 года, биткоин стоил всего 9 тысяч долларов, а уже сегодня курс около 30 тысяч долларов считается падением. Чудеса! Да и только. Также на курс криптовалют могут влиять такие события, как заявления крупных компаний относительно биткоина. Очень важны социальные сети, а один пост лидера мнений может существенно изменить цену монеты. Вы только представьте, в ночь с 28 на 29 января этого года цена Dogecoin выросла на 1000% за сутки в результате твита главы канала Wall Street Bets на Reddit. Но самый яркий лидер мнений – это, конечно же, Илон Маск. Его посты в Twitter могут практически моментально изменить котировку в любую сторону. Например, бывали случаи, когда после добавления тега Bitcoin криптовалюта дорожала на 20%. А после того, как стало известно, что Tesla вложила в него 1,5 миллиарда долларов, еще на 10%. Но также легко цена может и упасть, если Маск выскажет критику в адрес крипты. Например, в мае этого года Илон написал пост в Твиттере о том, что добыча биткоина, дескать, требует большого количества электроэнергии, а это вредит окружающей среде. Действия крупных компаний могут повлиять на цену монет. Если гиганты рынка инвестируют в биткоин, его цена может расти. И наоборот. Например, в 2020-2021 годах несколько крупных инвесторов MicroStrategy, Square, Tesla и другие активно покупали биткоин, что укрепляло его цену на рынке. Цена этой монеты снизилась на 15% после того, как Tesla заявила об остановке продажи автомобилей за биткоин. Еще один фактор – халвинг, о котором я говорил в предыдущем видео. Покажу вам на примере. На данный момент было уже три халвинга в 2012, 2016 и 2020 годах. После каждого из них биткоин дорожал. В 2013 году его продавали за 1100 долларов, в 2017 за 20 тысяч долларов, а в 2021 году цена установила новый рекорд – почти
60 тысяч долларов. Следующий фактор – это развитие технологий. Создание новых платформ, общее развитие отрасли, внедрение технологий – все это увеличивает интерес людей к крипте и повышает уровень доверия к ней. Ну а чем выше интерес к активу, тем дороже он становится. Итак, ситуация сейчас не самая радужная, но в целом эксперты все же говорят о росте биткоина в будущем. Многие уверены, что волатильность монеты уменьшится, и она станет полноценным платежным средством. Ну что, криптоны, ходл? Таким образом, на курс крипты влияет много факторов. А для глубокого понимания рынка нужно постоянно следить за переменами и актуальными новостями. На сегодня все. Спасибо за просмотр. С вас лайк, колокольчик и подписка. Ну а с меня новые интересные видео. Пока!